Доброе утро. Вот мои карандаши. Взяли букварь, сидят. Нам сегодня никуда не надо. Все спят. И я сижу, я так сижу, ничего не понимаю. Какие-то разговоры. Кто встал? А это вот они, товарищи. Что читаем? Показывайте. Вот про это. А про что? Про лес. Про лес? Про... А что, уже прочитал? А, так это они не букварь взяли. Ну-ка, покажи мне обложечку. Азбука. Первая часть. Это уже по типу книга для чтения. Это еще старая. Это, ой, или Мишина, или Никитина книжка. Я не знаю, чья. Ладно, читай. Иду кашку. Вон, сварю. А, у Снежаны любимый букварь Жукова. А почему ты любишь букварь Жукова? Он же мой любимый, потому да, что... потому что там какие человечки? А? Бегущие человечки. Бегущие. Покажи-ка там бегущего человечка. Вот. Вот. У нас тоже старая книжечка. Понятно. Ты уж давай дальше. Первое это все понятно. Это мои хорошие. Всем привет. Сегодня у нас 1 мая. Мы собрались в магазин. Будем покупать кроссовки Егору, Лере. Ну, если останутся деньги, то я себе еще возьму в Москву ездить. Потому что в туфлях не очень удобно. Девчонкам купили кроссовки. И на следующий день, когда они пошли в садик, Егор у меня надулся, как индюк. Еле мы его собрали, еле уговорили. В общем... А сегодня он у меня счастливый. Егор Сергеевич, помаши ручкой. Сладкий мой. Где ты у меня? Вон он там, в уголочке. В общем, мы ему купим шикарные кроссовки. И он будет такой же модный, как девчонки. Слава богу, что бантики перестал просить. А то делаешь девочкам бантики, а он все. Он надулся, ему бантик не сделали. Помнишь, Лер? Нет, вот. Мне бантик сделали. А, тебе бантик сделали? Да. 10 очков. 10 очков. Чего? Про что он говорит, Лер? Ты понимаешь? В общем, 10 очков. В общем, у него мозги, как у тех многодетных матерей. Вот когда смотришь каналы, у них мысли перескакивают с одной на другую. И вот я, как такая же многодетная мама, я, конечно, их понимаю, потому что... Хочется объять необъятные, думаешь не только об одном, а о двух, например, да? Больше, если еще больше трех, вот у нас шестеро. И про детей, и про работу, и про все. И это все нужно запомнить. В общем, мысли скачут. И вот у него также скачут. Еще одно включение. В общем, мы вот. Центр города, но такая улочка. Это район почты за типографией. Вот у нас тут дома старые, уже их тут разрушают. Наверное, что-то новое построят потом. В общем, у нас сегодня перекрыты улицы, дороги перекрыты. Папа у нас пешком пошел смотреть, работает ли офис телекома, Ростелекома. Интернет. Мы оплатили 1000 рублей. Но я не знала, что у нас подключили какие-то две еще программы по 140 рублей каждая. И, в общем, нам этой 1000 не хватило. Нужно доплатить еще 81 рубль. Сегодня мы включаем компьютер, а он не работает. Звонить. Оказывается, у нас вот эти программы подключены по умолчанию. Кто их подключил, зачем? В общем, будем отключать, конечно. Они ни к чему. Но факт есть факт. Мы типа ими пользовались. В общем, пошли доплачивать. Иначе связь с миром будет оторвана.
У меня в машине Егор с Лерой. Да, Егор и Лера. Мама, и коробки. Они их тоже пристегнули. Вот моя. А зачем вы их пристегнули? Чтобы вот моя. Вот моя обувь. Егор хвастается, да, кроссовки. В общем, у нас удачная покупка. Но мы сейчас приедем домой и снимем, что купили. Давай, Лора. Мы купили 3 пары обуви. И нам еще кулончик подарили. Мама, дай тебя покупку. Еще скоро у нас город будет очень красивый. Когда вот распустятся деревья, мы поснимаем и улочки. Летом к нам, если в гости приезжать туристам, очень красиво. Церкви вот у нас сейчас отремонтированные, тоже красивые. Что у нас еще есть? Драмтеатр. Я не знаю, куда туристов водят по нашим. Наверное, только по церквам и водят. Ну, лавки еще сувенирные в центре. Потому что Волга, она уже подзагаженная, берега уже не очень такие красивые, живописные, как раньше были. Конечно, маленький город, что говорить. Вот такая вот красота. Больно на все это смотреть, на это безденежье. И мы такие же безденежные жители этого города. Довольствуемся маленькими зарплатами. Выживаем на эти маленькие зарплаты. Ну давай катись. Дети гуляют. Егор, хвастаешься кроссовками. 31 номер. Ага, размер. Давай, иди переодеваться. У меня 2 и 8. Мам, сними меня. Мам, сними. Мама. Снимаю, снимаю. Сейчас. Да. Вот я обещала Матвейку показать. Сейчас он там такой теленочек ходит. Да, мама, Матвейка любит сухарики. Народ все ходил, шугался, блин. Он не это не буйствовал ничего, но. Да, но все равно не дело. Они да все крутились, крутились тут что-то около него. Лет 13, наверное. Вот интернатовские эти придурки. А лет это будет? Они вообще по огородам лазают. Он тут хотел сам-то залить там. У трубы не пролазит. Вот. Хотел сам домой вернуться, не получилось. Где-то здесь проволоку хотел заделать, нашел проволочную. А трубы сетка подняла и вся блин горит. Жарко ему, жарко Матвейке. Матвейка, Матвеюшка, жарко тебе, ой, какой большой. Да. Он даже смеется. Да. Егор, 3 тебя. А у вас как раз никого не было, у тебя машины не было, и жена там дома не было. Лера, с покупками стоит, Лер, иди домой. Сейчас. Ниточки ты убери сразу, чтобы Снежка не видела. Взяли мы еще моток ниток. Снежке надо тоже игрушку связать. Она вчера такая несчастная вся была. Мама! Ай! Снимай. Вот она у меня гуляет. Снежок! Мама, сейчас, Вась! Мама, вот моя сладкая девочка. Поздоровайся, Снежок! Скажи всем здравствуйте! Снежечка! Мам, так вам купили, а мне не купили кроссовки. Ну, мне Егору как... купили тоже, и ты в новых кроссовках. Все молодцы. Егор, ты переодеваться-то будешь? Да. Мам, сними меня теперь. Снимаю. А ты, Снежань, ты даешь кататься? Да. Ну, давай, ее очередь. А мне